зараз ефір 7-го каналу продовжує «Лайв-студія». Я передаю слово своїй колезі. Аню, вітаю. Продовжуй. Вітаю тебе, Галина. Отже, ефір «Лайв-студія» продовжує, свою роботу Анна Полякова. Вже незабаром до нас завітає Алла Шлапак, лідер політичної партії «Соціальна справедливість». Разом з нею також буде Олександр Дічек, президент МГО «Міжнародна антитерористична єдність». А вже о 19-й на вас очікує традиційна година з Валерієм Матковським. Протягом неї ви також зможете долучатися до бесіди, телефонувати до студії, ставити свої питання. Ну і наразі кілька новин. Відомі одіозні одеські бізнесмени Кауфман і Грановський лобіюють призначення на пост губернатора Одеської області Григорія Трипульського. Начебто заплативши кадровому агентству з пошуку кандидатів на держпосади за відповідну рекомендацію новій владі. Таку заяву зробив журналіст і блогер Олександр Дубінський. Ну і зазначу, що Трипульський відомий як юрист Бориса Кауфмана. Трипульський? Это не юрист и не просто экс-депутат Одесского облсовета. Это юрист личный, юрист и младший бизнес-партнер одесского бизнесмена Бориса Кауфмана. Ну і з нами на прямому телефонному зв'язку Олександр Дубінський. В нього дізнаємося більше. Олександре, вітаємо вас. Здравствуйте. Отже, на вашу думку, чи дійсно є таке підґрунтя, чи можемо ми в реальності побачити Григорія Трипульського в якості губернатора в Одеській області? Смотрите, на мой взгляд, до момента публікації матеріалів о тому, що він зв'язаний з Кауфманом і Грановським, одеським бізнесменом, які контролюють Одеський міжнародний аеропорт, шанси у нього були. Ну, а тепер шансів у нього совершенно ніяких нет, тому що ця зв'язь, вона мало того, що нелицеприятно и не добавляет ему позитивных баллов к репутации. А дело в том, что вот к этому ролику, который вы цитировали только что в своей программе моему, который я записываю для YouTube, там я публикую в описании к этому ролику ссылки на переписки господина Трипульского с господином Кауфманом, в котором они обсуждают незаконные фактические операции, в частности, дачу взятки членам комиссии, которая конкурсной комиссии, которая выбирает директора компании «Укрспирт» государственной, идет сумма 100-150 тысяч долларов, обсуждается взятки для того, чтобы каждому члену комиссии, для того, чтобы проголосовали за нужного Кауфману Трипульского директора «Укрспирта». Поэтому это не просто связь в виде, там, юрист работал на Кауфмана, окей. Это человек, который от имени Кауфмана давал взятки. Это не окей. И такой человек не имеет права вообще занимать какую-либо госдолжность после смены власти. Також ви зазначили, що, власне, до нової влади претензій немає, адже це не їх компетенція рекомендувати таких осіб, вірно? Але це надає можливість таким людям все ж таки долучатися до влади. Тому тут дуже важко фільтрувати такий аспект. Знаєте, на мій взгляд, ці всі попытки заігрування з общественністю в виді, а давайте ми наймемо кадрове агентство, яке нам підбере неких чиновников, которые будут чистенькие и красивенькие, ну, не работает в Украине, потому что кадровые агентства — это те же схемные структуры, которые за взятки предлагают за таких персонажей, как Кауфман. То есть нужно не бояться ответственности в данной ситуации администрации президента Зеленского и самим подбирать людей, и самим назначать их на должности, не прикрываясь кадровыми агентствами. Потому что таким образом, как бы, мы получаем Трипульских во всех сферах госуправління в Україні, а, як би, ну, знаєте, міняти одні задачників на вторих, я не вижу ніякого смислу. Олександр, хотілося б ще торкнутися однієї теми. Ви нещодавно заявили, що будете балотуватися до парламенту. Розкажіть про це рішення, чим воно обґрунтовано? Смотрите, я прийняв рішення йти по 94-му мажоритарному збирательному округу, це Київська область, Обуховський і Васильковський райони, Обухово-Васильков города, как районные центры, и принял это решение в связи с тем, что, ну, Монгольский сковырнул главное зло в этой стране Петра Порошенко. Теперь остались его ближайшие соратники, депутаты ВПП, конкретно Игорь Казаненко, который идет по этому же округу, это лидер фракции ВПП в парламенте. Я считаю, человек, который несет равнозначную ответственность за то, что происходит в этой стране, потому что управлял крупнейшей парламентской группой, в интересах которой и которая осуществляла для Порошенко формирование той системы, в которой мы остались жить. То есть коррупция от и до, сверху донизу, слева-справа, сверху вниз.
Соответственно, чтобы не допустить реинкарнацию этого зла в парламенте. И, как вы знаете, на ГУР следует дело против господина Кононенко в связи с разграблением государственных облэнерго, 1,5 миллиарда гривен ущерба, нанесенного государству, показания даны по этому делу. И вот сейчас господин Кононенко пытается прикрыться депутатским мандатом и спрятаться в парламенте, чтобы ему этого не дать, чтобы у него была возможность справедливо перестать перед судом, не прикрываясь депутатской неприкосновенностью. Я, собственно, иду по этому кругу, рассчитываю там победить для того, чтобы он, как обычный гражданин, дальше защищал свои права перед украинскими гражданами, украинским государством, которому он нанес многомиллиардный ущерб. А водночас ви закликали долучатися до такої ініціативи і ваших колег. Якщо проєктувати ситуацію на Одесу, власне, хто кому може стати конкурентом у політиці тут? Ви знаєте, я не близько знайомився от зараз конкретно з тими, хто йде по мажоритарним округам в Одеській області, в самій Одесі. Одиозных политиков, которые пытаются прикрыться различного рода мандатами различных политических сил, более чем достаточно. Я думаю, не меньше, чем в Киеве. Поэтому мне кажется, что вот я человек, который уже родился и вырос в Киеве, для меня там Киев, Киевская область — это родные территории. А вот я думаю, что люди, которые у вас в Одессе являются лидерами мнений, они должны соответствующие решения принимать и, собственно, уже вот исходя из отношения общества к людям, которые у вас выдвигаются и собираются проникнуть в парламент, уходить против них и биться. Потому что надо это сделать. Если мы сделали на самом верху, теперь нужно сделать на горизонтальном уровне, а потом уже опускаться в самый низ. Так, і водночас зараз у суспільстві чимало закидів стосовно того, що кожен має займатися своєю справою. Це пов'язано, це у зв'язку з тим, що чимало зараз публічних осіб йдуть у політику, це і актори, і співаки. Як бути тут, на вашу думку, де та здорова межа? На мой взгляд, це рішення кожного чоловіка в кожному конкретному випадку. Это же народный депутат, то есть человек, который считает, что он может представлять интересы конкретных людей на конкретном избирательном округе или на конкретной территории. Если человек к этому готов, созрел, видит в этом необходимость и свою цель, вне зависимости от того, какой профессией он занимается, он имеет право идти это и делать. Более того, он должен это делать. Потому что вот эти вот, как вы сказали, закиды в суспильстве, то, что все должны заниматься своей справу, это означает, что типа вот мы воровали, дайте нам воровать и дальше, не мешайте нам. А я как раз хочу обратно. Дякуємо вам, Олександр Дубінський, журналіст був з нами на прямому телефонному зв'язку.